Во дворе Дубковского отделения Лесногородской школы саженцы деревьев и необходимый инвентарь. Будущие выпускники приняли участие в акции «Сад памяти», которая посвящена героям Великой Отечественной. Мы стараемся сохранить память и, естественно, привлекаем к этому нашу молодежь. До этого у нас прошла серия мероприятий. Это уроки памяти. Сегодня у нас прошло мероприятие с ветеранами совместно с детским садом «Парад Победы». И, соответственно, вот мы решили продолжить данной акцией. Даниил копает, а девочки помогают. Коллективная работа объединяет. Помнить о подвигах героев и ухаживать за деревьями – наша главная задача, говорят ребята. Я считаю, что мы чтим память ветеранов, которые сделали для нас очень много. Вот, и в честь этого мы сажаем сегодня деревья, чтобы они росли и дети всегда помнили. Деревья, можно сказать, олицетворяют то, что сделали для нас ветераны. Победили, они будут довольно долго стоять, поэтому каждый раз, когда мы будем проходить мимо школы, несмотря на то, что мы ее закончим, мы будем на них смотреть и вспоминать тот подвиг, который совершили военные. 15 сосен высадили на школьном дворе. Выпускники уверены, что акция «Сад памяти» станет доброй традицией и принесет немало пользы. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».